1 сентября – День знаний. Школы Артемовского городского округа распахивают свои двери для своих учеников, знаменуя начало сложного, но интересного и очень нужного процесса – образования. Встретить начало учебного года мы решили в школе номер один, которая, к слову сказать, в этом году отмечает свое 87-летие. Праздничная линейка началась со вполне будничного воспитательного процесса. Я понимаю, ребята, что было не это. Когда порядок был наведен, перешли к поздравлениям, с которыми пришли официальные гости. Но взрослые тут не главное. Основные виновники торжества – первоклашки, которые в свойственной для них трогательной манере поздравили будущих одноклассников и своих старших товарищей. Как сообщили нам в Артемовском управлении образования, всего в нашем муниципалитете в этом году пойдут учиться в школы 6690 человек. Из них 633 первоклашки. Казалось бы, выбирай для съемок любое среднеобразовательное учреждение. Достойных школ у нас в достатке, а повод посетить первую – значимый. Но о нем лучше услышать, что называется, из первых уст. 8 сентября у нас состоится открытие точки роста естественно-научного цикла. В нашей школе откроются новые кабинеты физики, химии, биологии, физики и технологии. Технология представляется как робототехника. Ну а вторая новость стала приятной неожиданностью не только для педагогов, учеников и их родителей, но и для всего Артемовского городского округа. Вчера Почтой России мы получили сертификат о том, что мы вошли в 100 лучших организаций. Мы участвовали в научно-практических конференциях, и по нашим призовым местам мы вошли в 100 лучших школ России. Ну а пока старшеклассники чинно прохаживаются по коридорам, ведя свои взрослые разговоры, первоклашки только пытаются понять, что же такое школа, с которой их жизнь теперь связана на много лет.